В Казанском районе сотрудники инспекции по маломерным судам и специалисты надзорного профильного ведомства выявили незаконно установленные сети. Совместный рейд выезжают на постоянной основе. Только за 9 месяцев текущего года казанским подразделениям на подведомственной территории, это Абатский, Армизонский, Бердюжский, Викуловский, Казанский, Ишимский и другие районы, выявлено порядка 160 правонарушений правил рыболовства. По орудиям лова, незаконно установленным на водоеме, будет проводиться административное расследование по установлению хозяина этих незаконных орудий лова. Водные ресурсы, находящиеся в сетях, ну, как вы видели, возвращены в среду обитания в живом виде.